Парижская выставка детских товаров «Kidexpo» собрала в своих стенах тысячи мальчишек и девчонок, а также их родителей. Здесь им расскажут все о новинках в мире игрушек, позволят прикоснуться к ним, а также испытать в деле. Одна из премьер – интерактивный робот-конструктор из серии развивающих игрушек. Он умеет ходить, разговаривать и подчиняться командам. Этот робот очень прост в обращении для ребенка. Он может распознавать голос. Ребенок в возрасте 7-8 лет может поговорить с ним, сказать ему, что делать, а робот отреагирует в соответствии с этим требованием. Внимание детей также привлекают летающие дроны, напоминающие бабочек, роботы-динозавры и парящие феи. Однако здесь нашлось место и для традиционных игрушек, таких как Лего. Мне нравится Лего, потому что я люблю что-нибудь создавать. Они рождаются с планшетами и смартфонами в руках, но в равной степени любят традиционные игрушки, включая конструкторы. Они хорошо развивают детскую фантазию. Ну а пока дети выбирают своих фаворитов, родители уже строят планы для рождественских покупок. Это отличная возможность подготовиться к Рождеству, увидеть игрушки и опробовать их вместе с детьми. Объем рынка игрушек во Франции оценивается в 3,2 миллиарда евро в год. При этом 35% продаж приходится на декабрь.